еще не разморозился. Что ты еще не будешь нам готовить на обедик? Мясо. Хозяюшка, а? Мясочку. По-французски? Да. У нас уже фудблок стал. Мы уже перестроились. Раньше банный блок был, сейчас мясной. Футблок. Сейчас фудблок, да? Для готовки. Ты пальчик, да, порезал? Этот, там что-то, блин, на ноге там откуда-то, не знаю. Ну вот. А напишут на кухне и ногами махаешь. Фу. Напишут фу. Ну, что, ты сало отрезаешь, что ли? Ну, давай, конечно. Салом делай. Не. Ну не надо, какое еще сало? Какое сало? Вкусное сало. Кошечка. Собачкам. Значит, само мясо, собачкам сало, да? И мясо. И мясо. Я уже... Так жарим или еще вот так пополам делим? Да зачем пополам? Ну смотри, тебе виднее, как хочешь ты. Вот ты сало все не отрезай, чтобы маленько пожирнее было. Я люблю жирненькое. Ненавидишь, да? В смысле, ты жирненькая, что ли? Ты с ума сошла, что ли? Какой месяц ты жирненькая? Желочек. Ну, если бы ты была жирненькая, я бы на тебя даже не смотрел. Может, я в браке уже пожирнела? Жирненькие нам там комментарии пишут. Может, я злобные. В браке пожирнела. Да, ну, кто тебя знает? Ну, всякое может быть. Так, короче, давай рассказывай, что ты, мясо вот мы купили, как они называются, бифштекс, ну, да нет, не бифштекс, как называют, шницеля, ну, да, мясо. Шницеля мы купили в магнитике уже готовые, маринованные, ну все, картошечки сверху, сверху овощи, картошки, или... каких овощей, сыр. Ты еще помидорки. Хочешь, да нафиг они нужны, помидорки не надо, без помидорок, да, конечно, я не хочу с помидорками, помидорки лучше салат греческий сегодня сделаем. Да, ты же еще сегодня греческий салат будешь делать. О, специально мы оливочки купили. Маслины. Маслины какие-то купили, без косточки, да? На греческий салат. И сыр. Какой сыр мы купили? Не, какой-то для салата греческий. Где-то он. Вот он. Вот он. Сиртаки. Сиртаки. Для греческого салата. Нормально. Все хорошо. Ну ладно. Ты готовь, а я пошел отдыхать. Занимайся женскими делами. Да? С хозяйством я тебе мешать не буду, хорошо? Ок. Ну ладно, все, давай. Маслица. Это чем маслица? Немножечко. А почему оливковая, почему не подсолнечная? Ну, не знаю, что под руку попалось. Вот смотри какая. Надо подсолнечным делать оливковое. Оливковое дорогое. Смотри, какая красота. Блин, я похоже не уйду отсюда. Я сейчас буду здесь снимать, готовить, смотри. Так, а один кусок у нас заморожен, но он не помещается. Вот обратно этот? Его замораживать? Ну, мы уже этот кусок уже 8 раз замораживаем, размораживаем. Ну, убирай, ладно. Ну, 4. Убирай, ладно, обратно. Да, давай сейчас бомбанем его. Ну, давай, бомбани, ладно, фиксим. Да, пускай их как потом. Они все равно ужарятся. Ну, да, они ужарятся. Ну, ох, какая красота, что получается. Вот это да, супер. Потом надо картошечки сверху, да? Ты, похоже, я сейчас целый весь процесс приготовления буду снимать. Мне понравилось снимать процесс приготовления. Ты поставь на и просто... Нет, это же надо. Вот, надо показывать, слышишь? Какое мяско маринованное. Блин, такое классное. А, я лук еще не почистила. Ну, сейчас ждать, как это лук почистишь, да? Давай, ладно, в следующей части будем продолжение показывать.